В Самаре с 15 апреля начинаются дачные перевозки. В этом году планируют задействовать 52 автобуса, которые будут работать на 29 маршрутах. Они охватят Волжский, Красноярский, Кинельский районы. Пункты отправления транспорта остались прежними, как и стоимость проезда. Изменения коснулись маршрута номер 146 в связи с работами по строительству путепровода. 16, 23, 25 апреля и 3 июня, а также в День Победы, рейсы на даче выполняться не будут, так как в указанные дни выполняются перевозки к кладбищам. Информация о расписании движения автобусов в направлении садово-дачных массивов размещена на официальном сайте администрации Самары, информирует телеграм-канал городского департамента транспорта. 15 апреля в Самаре пройдет гагаринский субботник в рамках месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. Кроме представителей коммунальных служб и служб благоустройства, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, волонтеров, в генеральной уборке общественных пространств и дворов смогут принять участие и активные горожане, сообщает телеграм-канал администрации железнодорожного района. Национальный колорит. 30 апреля с 11 до 20 часов на территории этнопарка «Дружба народов» на улице Солженицына в Куйбышевском районе пройдет праздник, посвященный открытию весенне-летнего сезона. В программе мини-экскурсии в подворьях, игровое и танцевальное пространство для детей, мастер-классы по народному декоративному творчеству, стрельбе из лука и национальным танцам, этно-тренировки, йога, национальные чайные церемонии. Развернется ярмарочное представление с подарками, откроется сувенирная лавка с этнической продукцией. Пишет телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской».